Всем привет, ребят! Естественно, для спортивного интереса будем делать игровой тест телефона от компании Lenovo S5 Pro с 6 гигабайтами оперативки и 128 из постоянной. В чем его плюсы? Что корпус из цельного, из металла идет, в камеры 12-ка идет, основная, хотя там есть интерполяция до 20 и селфи. 20-ка идет. У нас есть инфракрасный сканер лица. У нас здесь аккумулятор в 3300, экранчик в 6,2 из Full HD и стереозвучание. Потому что в целом телефон за ту стоимость, что он стоит, я считаю, что вполне интересный. Учитывая, что тем более, знаете, альтернатива ему есть только в P30 или что-то из компании Xiaomi, любимое, знаете. Но здесь у нас, что из плюсов, считаю, что чистый Android и система включается и срабатывает вполне окей. И, конечно же, что у нас чистая глобалка идет, потому что нет в китайщины, потому что хлама и всего. Перевод, естественно же, чуть вкривоватый, но в любом случае, знаете, прощается им. Звучание и сигнал вполне окей. С интернетом все классно. С игрушками вот единственное, что танки по максималке включал от нефти. Синтетику я не знаю, кто-то распаковку глянет или нет. Вполне терпимо, знаете, и хотелось бы примахаться к нему. Но в целом все вполне окей. Единственное, претензии идут по камере. И все, и с тротлингом синтетиков показывает, что все классно, но лучше, знаете, испытывать все на игрушках. Включил управление, чтобы жестами было, чтобы использовать целый экран, и все полностью. И, ребят, смотрите, очистили систему и стартуем из первой игрушки. Кстати, в картинке считаю, что все игры включил по максимуму. С подсветкой в 50% была. Уже стало чуть побольше, и кто-то мне еще пишет с объявлениями, извините. Все мы работаем по аккумулятору, что там указывается, 79%. Скажем так, делаю всегда скидочку на то, что вот я чуть-чуть общаюсь и с вами, и пытаюсь рассказать, чтобы вы в курсе были в... Что к чему, куда и как. Ребят, я надеюсь, что все-таки интересно будет. 30 минут есть. Разорви в трассу, спасибо. Так, смотрите, что по качеству. Включено, по идее, включал все по максимуму, но я не знаю. Да, включено по качеству, все супер. Есть. И попытаемся хотя бы чуточку поиграть. Я не знаю, включится меня, пустят здесь или нет. На таком автомобиле играть. Включили. Основной, естественно же, плюс вот именно в телефоне, естественно же, стереозвук. Ребят, кричит классно, вполне окей. И здесь, ты играешь, здесь не один динамик, используется еще вот тот, для общения. И в видео я упустил, что у телефона индикатор все-таки есть. Так, вы учитываете, что мы включили с максималками, ребят, так что мы столкнемся и с косяками, то не удивляйтесь. Опа. И чуть-чуть я так думаю, что все увидели, что телефон чуть-чуть отступил. Только что вот именно, в танках то же самое будет. Обалдеть, конечно. Картинка и графика здесь просто обалдеть. Полетели! Оп, 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 чина, оп, а я спеваю, оп, 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 чина, оп, а я танцую. Красава, но единственное, что я упустил. Естественно же, чуть-чуть и
ситуацию и с первым местом пока. Но играется, кстати, комфортно. Я думаю, что все помнят, как мы играли на 665-м драконе. Знаете, игра оказалась, ну, что вот не оптимизирована, ну, что для него. И в конечном итоге телефон все-таки чуть-чуть тупил. Здесь мы же видим, что вполне комфортно игра идет. Здесь я, конечно, упустил конкретнейше. Ты здесь, красава! Потому что первое еще и место оказалось. Ну, игралось, ну, что в целом вполне комфортно. Вы прикиньте, что мы с максималками играли и вполне все круто было. У меня открылось это, понял, еще в карта какая-то. Но мы останавливаться, ну, что не будем на этом. Ну, что извините, вот, ребят, я считаю, ну, что лучше по чуть-чуть все игрушки включить вам. Ну, что танки оставлю чуть попозже. Стендов включим специально, ну, что для пацанов у меня вот есть классные ребята, что вот я для них специально, ну, что скачу его. Еще, честно, ну, что из факторов, из-за чего я добавил, что здесь у нас показывается, ну, что FPS-ка игры. И, знаете, ну, для меня вот не надо, ну, что скачивать специальные приложения, оно в конечном итоге, ну, что все-таки чуть-чуть по, ну, что лучше. Так, в теории все включится, включилось. Смотрите, чтобы не думали, что я обманываю, что все включил. Вообще, ну, что все плюшки, что есть. И попытаемся поиграть немножко. Я думаю, что долго будет включаться. Кстати, чувствую, что телефон чуть греется. Я не знаю, мне кажется или нет. Нет, 30 градусов. Все вполне окей. Единственное, я опасаюсь, чтобы сейчас и солнышко вот не испортило всю картину. А то, знаете, вот просто в конечном итоге показатели иногда бывают, ну, что портятся вот именно из этой причины, что с подсветкой мы включаем, ну, скажем, оптимально. Вот мы все играем дома с 50%, с максималкой, ну, что играть вот не получается. Но я думаю, что из подписчиков, кто из последних, ну, что помнит, ну, что другие был в Backview, правильно, то там включалось освещение экрана поболее, чем, ну, из-за того, что я снимал и писал уже днем. Я акцентировал, что пока у меня еще с освещением я, ну, что, не научился делать, ну, что, толково. Из-за этого получается в конечном итоге херня. Так, кстати, экран изумительный. Здесь идет покрытие просто бомба. И вот вы видели, вот я ему, ну, что, в голову стрелял, а ему ничего, он бессмертный или что? Киборг, чебурашка ниндзя, блин. Так, по FPS-ке 60-ка идет. Ну что вы прикиньте, вот я все плюшки включил. А, я попал, я в кого-то только что все-таки. Не, ребят, игра, конечно, огонь. А, еще одного попал. Ленька чемпион. По нырянию бетон. Так, что случилось? А, ну что, обучение было. Ну, в таком случае, сейчас нас будут убивать. И снова я попал в кого-то. Ура! Так, смотрите, по FPS-ке в 50-65. Я считаю, что показатели вполне окей. Единственное, если мне сейчас спину не попадут, то шансы у меня остаться в живых еще окажется. Вот единственное, смотрите, вот как включить снова автомат. А то с кинжалом, то не сильно комфортно, что я с пистолетов кого-то убил. Вот это, конечно, цирк. Так, смотрите, по FPS-ке 60. И я с пурховкой, блин, еще и в конечном итоге убил кого-то.
Сейчас закончатся у Леньки патроны и будет ему аллилуйя. Эть. То я стрелял в него. Да. Но все-таки меня в конечном итоге с снайперской винтовки убили. Ничего не смертельно, пока все у нас окей, ребят. Да я ж тебе считаю, что я в голову попал. Ха, и снова попал. Ленька чемпион по нырянию бетон. А там-то никого не оказалось. Два, три. Не, ну вот еще чуть-чуть, я бы в него попал. Так, смотрите, в потнувшей FPS показатели, кстати, вполне изумительные идут. Знаете, и хотелось бы... Да что ж ты со снайперкой? Вот видите, вот чувствуется, что профи играет, и я с ними немножко не справляюсь. Абсолютно. Так, что? Привет, привет. Да. Вот смотрите, один типуля с винтовкой и всех старта убивает. Обидно. Олень. Все, что я про себя могу сказать в этой ситуации. Ура! Так, ну я со старта, потому что двух убил, я считаю, что для чемпиона, ну, типа Лени, это изумительный показатель, но извините, вот, ребятки, мы отключаемся из-за того, что нам приходится так делать. Что там у нас по аккумулятору? Мы отыграли в течение 10, ну, 4%. Но это, знаете, по факту, ну, что вообще в печальный показатель идет. Включаем, естественно же, в танки. И столкнемся. Смотрите, ну что, я и включил специально со средними, ну что, с ногами. Я попытаюсь чуть в камеру опустить, чтобы для вас было по, ну что, лучше все, что видно. Так, я думаю, что будет комфортнее и солнце не попадать не будет сильно. Да. Ну, чуть-чуть сейчас, скажем, что опускается оно все-таки и столкнемся мы с проблемой немного. Ну что, графика, смотрите, ну что, включено со средними настройками все идет. Тут я уже, ну что, не увлекался. Единственное, остались в текстуры и звуки, но по идее мы их, ну что, не отключим, правильно? Да. Так что, что стартуем, наверное, из 8 лучше будет, чтобы показать, ну что, сделаю в трикатке, потом в Call of Duty и в PUBG. Что-то, ребят, ну что, извините, ну что, те, что игры попроще, вот я их включать и не буду, потому что даже, вот смотрите, вот ты крутишь и, ну что, FPS-ку ты в конечном итоге, что, не увидишь. Вот единственное, кто внимательный, 60, ну что, FPS, ну что, пишется, вы в конечном итоге, ну что, увидите, комфортно играется, ну что, в танке или нет. Пока, ну что, все круто, но вот я с максималками играл, похожая ситуация была, и только вот стрельба и танки, и здесь уже картина испортилась. Так, встречаем цветами кого-то сразу. Первый засветился у нас. А что за Т-40? Кстати, вот я еще не видел, по-моему. Тем более, что пушка у меня в танке вообще в полный хлам идет. Я даже не знаю, что я здесь в конечном итоге сделаю с ней. Вот это они их луплят. Там они все или что? Обалдеть. Пацаны! Так, этот будет, наверное, ехать сюда. Опа. И скажите, вот, куда спешить было для меня? Так, у меня, в принципе, 11 секунд и идет КД, так что можно здесь. И снова вот называется что? 100%
Та шо шо у меня сос. Блин. Так, ну я засветился. И сейчас вся команда скинется от Ленки по плюхе. Я ж так и знал. Ага. Хитруны. Нормально. Ну что, все будут идти отсюда, правильно? Вы ж, ну что, не додумайтесь. Идти нормально. Привет. Ого. Ну, пушка у него поинтереснее, чем у меня, что, знаете, он со старта скашивает мне в 500 за один выстрел. Ну, смотрите, потому что РПС-ке было 50 с копейками, то я считаю, что для танков вполне окей. Окей, ничего, идем дальше. Так, ну что, Т-54 это танчик, ну что, динамичный и покажет нам в конечном итоге, вот именно, ну что, как оно идет. Па-пам-па-пам-па-пам. Так, ну что, честно, извините, вот я и с классным настроением, так что будем показывать. По FPS-ке, ну вот я, ну что, вот снова акцентирую, что в конечном итоге мы, вот смотрите, ну что, и хотелось бы включить и показать, но здесь ну тупо вот ничего не видно. Ура! Вперед бой! За колбасой, ну что, в точку А едем. Ну комфортненько, ну что, играется, все-таки, ну что, экран здесь, ну что, действительно и красивый, яркий. Вот вы прикиньте, что солнце светит, и мы с подсветкой 50% играем. Единственное, что снова, ну что, кто-то примахается, что что-то с руками у меня не так. Я сейчас, ну что, учусь и работаю на типографии, а там мы сталкиваемся с такими измаслом, что ты ну, трешь и трешь его, и, скажем, стереть у меня его, ну что, не получается с рук. Так что извините, я в курсе, что, ну, что руки иногда, ну, что бывают чуть-чуть испачканы. По FPS-ке пока и 60, и 59 у нас есть. Пацан нормальный. Пушка, опускайся ж ты. Попал даже. Ура! Стандарт Б. Ох, там что, вся команда их не. Я тебя сейчас еще чуть-чуть. И тебе будет хендехох. Ага, ой-ой-ой, стандарт Б, у него пушка поинтереснее, чем у Леньки, кстати. Вот так. А смотрите, вот я стрелял в лючок ему, кстати, вот так нечестно. Это уже дискриминация. Гусь, толку мне с вашей гусь. Не успел, так, у нас остался FCM. И вот остался вот Леопард. Привет. На. Вот это мне кто-то влепил. Сейчас в бочину. Естественно, меня окончательно будет добивать. Так, ну, знаете, вот, ребята, я чуть-чуть. Не, ну что, плохо отыграли, конечно, по аккумулятору. Вообще, вот съела, считаю, что 7%. В течение, ну, я не знаю, я так понял, что что-то я тут повключал еще за компанию. Так, спутники отключаем в таком случае. Так, ну что, включаем секунду, просто для спортивного интереса. Кстати, ну что, челочка иногда, ну что, вот в моментах, ну что, вот лучше, чтобы вы спрятали ее. А то играть бывает, ну что, не сильно, ну что, удобно. И включаем с максималками, чтобы вы, ну что, увидели катку. Я надеюсь, что, ну что, думаем, ну что, вложимся. Ну что, включу в Call of Duty и чуть-чуть PUBG. Температура в телефона, я надеюсь, что все видят, 32-33 градуса, я считаю, что вполне окей. 17 минут. Здесь исправим. Так, ну что, включили в Т-54. Ну что, в бою у нас, что у нас есть? Я люблю в КВ-1С. Еще. Ура. И вперед. Бой.
А вдруг что-то да получится, чтобы вы увидели полноценный, ну, что, вот, бой. А вдруг кажется, все-таки кому-то да интересно. Тем более, что, ну, что в топе я. Кто из соперников Сентинель, ой, то они мне тоже тут еще, ну, знаете, как говорят, я тузик, ну, что, грелку. Па-па-пам. Па-пам-па-пам-па-пам. Поехали. Мы едем, едем, едем. Так, в ПФПСке пока показывает 60-ка. Процессор, вот, кстати, 36-й, вот я вам скажу, что, знаете, он вообще, ну, вполне комфортный и не грелся, сколько, ну, что помню. Единственное, что в пятерках он, ну, что грелся до 37-30, ну, считаю, что в 39, ну, что было по максимуму, но я там, ну, что делал уже, ну, что действительно, ну, что долгий игровой тест. Из-за этого, ну, так долго было. Так, засветился кто-то там, и кто-то у нас есть. IMX ELC. Я так понял, что елочка, да, называется. Или нет, или это не то. Диво. Что плохо, все, что все-таки вот Ленька засветит. Опача. Так, что у нас тут? КВ1С. Кстати, конкурент у меня конкретнейший. Вот это мне не нравится, что это. Не. Ты обтекай, мне вот интересно лучше. КВЛК. На. Ага. С подпалом еще. Красава. Смотрите, в порт, ну, что FPS-ки снова такие акцентирую. Считаю, что 60 у нас идет. Это вполне окей. Я не столько КВЛК опасаюсь, сколько РЛ. Ага. А в шайбу я к ему попасть, вот, если он спрятался под в кустах. Ну, лучше это попытаться что-то ему да сделать. Попадаю в него. Или он спрятался. Так, ну, пока бы лучше Леньке. Ах ты. Так. А что со старта в КВ? Я не понял. Знаете, и с таким. Ну, типа, и с КДшкой, что у Лёни, то только в такие игры играть. Ох, сейчас мне в спину, слушай, ехать будет. И от Лёньки. А не, этот остался в последний. Так что уже в тупую, слушай, вот едем на добивание. Опачки, опа, танкуем, да? Оказалось, что я такое сложное. Не, смотрите, комфортно, слушай, игралось, но вот реально. Я говорю, что играл, ну, что, с максималками, и ситуация печальная, ну, что, абсолютно. Вот, и, ну, что, было чуть-чуть, иногда все-таки втупил в телефон конкретно. Ага, а у меня что, защита нормально? Ну, дайте мне уже. Вот. Так, я надеюсь, что все, ну, что, увидели. Я, естественно же, увлекся и заигрался опять. 9% 22 минуты. Ничего, окей. Тут в чем суть, чтобы вы, ну, что, увидели, вот как, ну, что, играется. И с настройками в Call of Duty включились все на все средние, вот, ребят, средние. Так что вот не ждите, но там, ну, что, детализация, по-моему, включилась по максимуму, что, ну, хотя бы в такой ситуации, ну, чуточку, да, комфортно и приятно, я так считаю. Ждем, ждем, все-таки, ну что, увидим, что, куда, чему, как, есть, есть. Так, ты включишься, там, бабам. Кстати, обалденная игра, в любом случае, играл, играю, ну что, вот буду играть, ну что, пусть меня стреляют, но, ну что, вот иногда и скучно чуть-чуть там включить, чуть-чуть, вот, недолго, я не, ну, я, ну что, долго, вот, ну что, в игрушки вот не играю. Вот единственное, что вот реклама это издевательство из людей. Ребят, ну согласитесь, я говорю, как она. Так, включаем в
по установкам и звук изображения. Вот смотрите, включается со средними и число по, ну, что, FPS по максимуму. Сказали мне, что лучше включать королевскую, ну, что, битву. Так что включаем и ждем. Пока температура, потому что 20 минут играем, там с копейками 31-32 градуса. Я считаю, что показатель вполне окей. Идем дальше. Правильно. Я так думаю, что сильно там, что кричать и обижаться, вот никто что-то не будет. О телефоне я в любом случае, вот знаете, я вам скажу, вот, чтобы, ну, что не было по аккумулятору, потому что телефон классный. Здесь вот именно, ну, что в работе он вообще, ну, что изумительно включается и работает. Это сказка просто. И тут, ну, что придумайте и говорите что-то плохое там, что вот я, ну, что клиново классно отношусь. Но вот, ребят, ну, что вот этим мы все и отличаемся, что у меня есть, ну, что вкус и собственное мнение. Я, ну, вот я с компаниями вот не впытаюсь, ну, что не работаю. Из этого мне приятно, что все окей. Так, включаем звук, пока убатимся немножко. Ай, с пулемета стрелят классно. Тоже крови, да? А, класс. Вот знаете, в чем плюс, что у меня, ну, что из видео идет ограничение на, чтобы детям показывать. Звучание. Вот, ну, что в чем плюс, что стерео, ну, что динамики и спасает, ну, что... Пусть он идет, знаете, ну что, не сильно громкий, но в конечном итоге, вот именно вот мы, если играем, то мы стрельбу прикрываем всегда. А здесь уже получше. Так, ага, с компанией летим. Ну, а вдруг я впервые в живых останусь. Смешно будет, конечно, но чудеса иногда бывают у нас. Куда ты летишь? В жизни так бывает, что любовь приходит к нам только... Как всегда, идиот. Но хотя бы что-то, да, успели похапать мы. Так, ну у нас уже хотя бы патроны вот есть, то уже будет получше. Окей, окей, USA. Так, еще где-то были патроны. Так, естественно же, оптимально. Кстати, картинка отдельно отмечу. Классная в игре. Что там внизу? Опа, у меня прицел даже есть. Ага. А вы, ну что, бегайте. Ну что, поц. Для себя. Так, и кто-то где-то стреляется. Вот это уже печально. Релодинг. Так, кстати, стреляется где-то около меня. Куда ты бежишь? То выше не на меня должны нападать. У нас есть пост. Извини. Извини. Нет, со снайперкой это точно я не буду. У нас есть типа аптечки какой-то. Так что включаем в курс лечения и попытаемся подлечиться. Так, с патронами. Знаете, попробовать с таким автоматом побегать, может. Чуть-чуть поинтереснее будет. Акашка. Что с АК? Сколько плюшек к нему зато? А КМ-то я вообще вот не сильно люблю. А снайперка тем более. Здесь у нас что-то еще есть. О! Ну что, М16, кстати, 30 патронов, то уже получше. А что за АСМ? 20 патронов. Я думаю, он ну хотя бы чуточку поинтересней. Так, реклама, извините, я всегда акцентировал, что, ну, что против
абсолютно от рекламы любой ребят, тем более на канале. В жизни так бывает, что любовь приходит. Ну, комфортно, потому что действительно играется вообще. Я просто обалдеваю от телефона, вот как картинка включена. А, чё? Засранцы! Ну и флаг вам в карман. А я сейчас улечу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот ребята, еще чуть-чуть, и Ленька будет полный шоковат. А, твою дивизию. Да, потому что сама, знаете, вот в такой ситуации обидно, вот если ты, ну что, умрешь от того, что зона, ну что, уменьшилась, а не... Так, вот автомобиль сейчас откопаем за компанию, чтобы вы еще, ну что, увидели, как кататься на автомобиле. Он тем более вот есть стрельбу, уже все увидели. Единственное, что я замечание, ну что броника, что не казалось у Лени, ничего, не смертельно. Зато у нас есть баги. Идите в лес. Тим. Тим кинула всех по полной. Ай, так-то поворачивай же ты, Тим. Опа. Та вышел. Не, ну прикольно так покататься на таком шедырчике, конечно. Единственное, что стрёмно, что ты, скажем, и защитой туговато, а? Ура! Наверх! Так, всё. Стопэ по аккумулятору. Так, смотрите, вот, ребят, мы отыграли 30 минут и съела в 13%, это 26% в час. По факту я скажу, что это вообще печально. Там что-то случилось, да? Как оказаться там? Так, ребят, ну, суть в канал, ладно. Я попал хотя бы. Ах ты! Пост! Я успею, я смогу. Да. Ой. Так, ребят, ну я думаю, что все увидели, что Call of Duty идет вполне окей, тем более, что и с настройками у нас все в конечном итоге, ну что, было комфортно. Я так думаю, ну что все увидели, и придумать здесь что-то, ну что, не стоит абсолютно. Давайте ждем, что же нам скажет остальное чудо. Так вот, единственное, я только сделаю, потому что тише. Па-пам-па-пам-па-пам. Жизнь не так бывает. Так, смотрите. Включаем графику сразу. Раз, два, три, графика. Ну что, включилось только из баланса. Покруче что-то включить, скажем, на всем в понятном фигушке. Он ждет у нас еще что, вот, ребята, Black
Shark 2, что игровой в тест. Я так думаю, что завтра уже сделаю к нему, чтобы вы их глянули наше видео. Кстати, чувствуется температура в телефоне, стала теплее, по-моему. Нет, 32 градуса. Вполне окей. Все вполне окей. Единственное, что вот надо, что вот, ребят, в таких ситуациях, ну что, отключаем динамика, а то, знаете, будут всякие писать специалисты, то будет, ну что, вот неинтересно. Попытаемся чуть-чуть, секундочку, побегать. Парам-пам-пам-пам. Стукает, бьет, вполне окей, присели вверх. Ну, пока все окей, ну что, ждем, чтобы включилось. В телефон, ну что, греется, все-таки, знаете, вот иногда плюс у металла именно, что ощущение, что кайфа, что ты, ну, в телефон у тебя, ну что, пушка идет. Но в конечном итоге оно все-таки, знаете, сказывается вот именно на температуре в телефона. Так, ну что, все прыгают, и мы прыгаем. Ура! Понеслась. В конечном, ну что, итоге чуть-чуть, ну что, вот в поиграем, чтобы вы, ну что, увидели, вот сколько, ну, хотя бы, ну что, плюс, вот, ну что, минус с подсветкой. Я надеюсь, ну, что все видят, что у нас идет такая подсветка. Детализация, скажу, ну, честно, печальная. Я, ну, что, в лесу оказался, где-то в полной опе. Теперь и тут и конкуренты, и знаете, столкнемся с ситуацией, кто, ну, что, утекает, и кто первый, ну, что, к домику и к пистолету докопается в конечном итоге. Так, я в другую сторону. Идти, кстати, на. Ну, я, скажем, что думаю пока, что вперед оптимальнее было бы. Или кто-то с кинжалом. Так, у нас кулак только. Так, смотрите, если захотели, то включайте вид от первого лица. И что-то у меня, значит, чувствую, что кто-то тусуется за спиной у меня. Ну что, сделаем громче, чтобы чувствовать. Вот, честно, в такой вот ситуации стерео спасает. Конкретнейшее. Ого, кто-то стреляется за спиной. И здесь я смотрю, что и внизу домик идет. Кстати, игра в комфортно вполне идет. Но вот там еще в чем плюс, что в конце автомобиля вот есть, и вы еще, ну что, видите, он там в типулях, ну что, бегать. Ох, там и стреляется бодро. А я тихонечко так сбоку в автомобиль и текать. Вот это и шмаляет бодро. Смотрите, что там делает. Обалдеть. Так, ну, что, в туалет сразу, может. А вдруг успею. Ура! Пусто. Ага, конечно. Опа, опа. Так, и встречаем ребят сразу. Да, конечно. Испугался я. Ой. Ну что, извините за эмоции. Но я знаю, что где-то. Опа. Так, включаем, смотрите, от первого лица и встречаем цветами сразу. Угу. Специалист. Фин. Опа. Ай-яй-яй. Угу. Есть. Еще одного убили. Ай. Так, ну что, извините, вот, ребят, но я думаю, ну что, все, ну что, увидели, что я,
скажем, попытался вот что-то, да, уже сделать в конечном итоге. Я смотрю, что вот чувак с пистолетом уже бегает, эффективности от него нет, и карта. Ну спаси, то ж, он же из пацанов один есть, и второй. Да, ну что, извините за эмоции, но я думаю, что все, ну что, поняли, что бы мне в такой ситуации, ну что, захотелось и сказать всем вам. Давайте отключаемся и смотрим, ну, хотя бы по минимуму, ну что, итог. Смотрите, отыграли мы 63, 16% скушало у нас за 39 минут. Да? Да. 16%. Ну, смотрите, ну что, в среднем, я так думаю, как минимум получится 25-26% 1 час. Я лукавить не буду, что показатели, ну что, печальные идут, и такого, ну что, в телефоне вот не должно быть. Аккумулятор, ну что, в 3300, ну что, в целом окей. Но хотя бы, ну, 16% или, ну что, вот, оказалось бы, ну, типа, из 18, то было бы все понятно. Но столько, я считаю, что, ну, что перебор. Извините, но все-таки факт. Всем спасибо, извините, что долго, но все для вас, ребят. Всем спасибо, пока.